Полевской сегодня яркий, цветущий, развивающийся. Несмотря на возраст, молодеющий. Уже 20 лет в нашем городе существует попечительский совет. Самая мощная общественная организация, которая есть только у нас. В ее состав входит 47 предпринимателей из разных сфер бизнеса. Они помогают, поддерживают, стимулируют на новые победы нашу современную молодежь. За плечами совета сотни добрых дел. Взять, к примеру, грантовые проекты. Каждый год на эти цели попечители выделяют сотни тысяч рублей, чтобы нынешнее подрастающее поколение развивалось и воплощало свои идеи в жизнь. 2016 год. По инициативе совета организован конкурс на лучшую тематическую экспозицию «И стены тоже воспитывают». На эти цели выделено 70 тысяч рублей. 2017 год. Организован конкурс на лучший музейный дизайн-проект, посвященный 300-летию Полевского. На эти цели выделено 100 тысяч рублей. 2018 год. Проведено два грантовых конкурса – Полевской литературный и «К здоровой семье через детский сад». На эти цели выделено около 200 тысяч рублей. 2019 год. Проведен грантовый конкурс «Шахматы детям». На эти цели выделено 100 тысяч рублей. Спортивная жизнь Полевского тоже не обходится без покровительства попечителей. Так, каждый год под эгидой совета между дворовыми клубами проходит хоккейный турнир «Плетеный мяч» в памяти тренера Алексея Трапезникова. Городской этап футбольных соревнований «Кожаный мяч» также проходит под чутким контролем Полевского попечительского совета. Дважды в год, весной и осенью, на спортивных объектах ФСК организуются соревнования на призы попечительского совета. Последние 5 лет они посвящены памяти Натальи Евгеньевны Бобровой. Особым детям особая забота. В рамках этого проекта была организована помощь двум образовательным учреждениям Полевского, где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья. Так, в школе номер 17 приобрели лестничный гусеничный подъемник стоимостью 184 тысячи рублей. В детском саду номер 54 закуплено оборудование для медицинского кабинета. 2019 год. Благодаря попечительскому совету вводится новая традиция в Полевском. 11-классники со всех школ высаживают аллеи выпускников рядом с березовой рощей. Десятки зеленых елей тогда стали украшать въезд в город. В прошлом году традиция продолжилась. К юбилею Победы там же было высажено символическое число деревьев – 75. 2020 год. Начало пандемии. Члены совета оперативно реагируют на дистанционное обучение. Чтобы образовательный процесс был доступен каждому, городской попечительский совет и Северский трубный завод экстренно закупают 52 планшета для школьников Полевского, чтобы обучение дома было комфортным. Каждый год городской попечительский совет помогает школьникам подарками при проведении местных мероприятий, выделяет средства для поездок на областные и всероссийские олимпиады, конкурсы и фестивали. Премия попечительского совета – это самый масштабный проект за всю историю создания этой общественной организации в Полевском. Каждый год под фанфары и аплодисменты награждают денежными премиями лучших учеников и учителей нашего города за спортивные, интеллектуальные и творческие достижения. Даже в период пандемии премия не была отменена. На положенной социальной дистанции под открытым небом те, кто добросовестно трудился целый год, получил долгожданные конверты. Сегодня попечительский совет – это мощь, сила, помощь и поддержка. В него входят люди, которым не все равно, как и чем живет Полевской, каким он будет завтра. Каждый из попечителей мечтает, чтобы будущее поколение было успешным, талантливым и прославляло родной город на всероссийском или даже мировом уровне.